не заметила, как я прямо в туфлях оказалась в этом море и снимаю его с другой стороны. Амфас. Вот это меня уже привело к тому, что мне захотелось стать кинолюбителем. Ну, можно будет переписать. Конечно. Ну, давай попробуй, в общем. В моей жизни часто играл большую роль случай. И так произошло с тем, что я случайно стала кинолюбителем. В начале 50-х годов прошлого века еще не было любительских камер, об этом даже не мечтали. И вот однажды мой знакомый предложил мне, простите, я должна была поехать в первую заграничную поездку в Бельгию, Голландию и Люксембург. И он мне сказал, что он даст мне камеру, кинокамеру. И он мне действительно принес кинокамеру, показал только и сказал так, вот сюда смотри, а вот на это нажимай. И только я, когда будешь перематывать пленку, обязательно делай это в темноте. Все, больше никакого у меня урока не было. И я вот с этим поехала в Голландию. И когда я вернулась, я там начала снимать. Но я думала, ничего не получится, я не умею. И когда дала проявлять, и потом посмотрела эту пленку, оказалось очень интересной. Действительно были сняты виды Голландии, там были очень интересные сцены. И я буквально это заразилась, мне очень понравилось это. Второй раз мы с ним встретились на берегу моря. В общем, мы решили снять фильм. Ну, сначала просто так, пробно и все. Ладно. И я, значит, взяла эту камеру, посадила этого Юрия Павловича там на край. Так медленно придумала себе какой-то сюжет, что он сидит у берега моря. И я не заметила, как я прямо в туфлях оказалась в этом море и снимаю его с другой стороны. Амфас. Вот это меня уже привело к тому, что мне захотелось стать кинолюбителем. Но в то время, правда, был магазин «Кинолюбитель», но я туда относила пленки, чтобы проявлять. И однажды я пришла проявлять эту свою пленку, и там увидела объявление, что принимается, в общем, можно поучиться в любительской киномастерской. И вот это вот послужило тому, что я действительно пошла в эту первую творческую мастерскую, познакомилась с ними. Ну, в общем, это был первый шаг, когда я начала заниматься кинолюбительством. Это были просто этюды отдельные, поездки и все. А я видела, что часто показывали и по телевизору все фильмы о геологах. Вот они идут, там потом занимаются изысканием всяких минералов, потом идут обратно. И вот я думаю, как хорошо, какая специальность хорошая геологов. А вот историков, их не интересно снимать. Ну что его снимать? Сидит в архиве, читает, там делает какие-то заметки. Сидит дома, пишет диссертацию. То есть неподвижная вся работа, очень неинтересна. А тут оказалось, я тогда работала в Институте истории, и у нас были этажи, там был наш институт на первом этаже, там на втором этнографии,
И там я увидела Михаила Михайловича. То, что... Герасимова. И я, в общем, стала искать пути, как бы с ним познакомиться. И тут тоже целый ряд случайностей.